мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Православные христиане страны отметили Пасху, которая является одним из главных праздников для верующих. Пасха – это день, когда, по преданию, Иисус Христос воскрес из мертвых. Так, за день до Пасхи, в Великую Субботу, с первыми лучами солнца во всех церквях начинаются службы. Прихожане приносят и освящают угощения к праздничному столу – куличи и крашеные яйца. Пасхальное яйцо – символ весеннего праздника наряду с куличом и творожной Пасхой. Яйцо символизирует жизнь, возрождение, а традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Легенда гласит, что первое пасхальное яйцо Мария Магдалена преподнесла римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о чудесном воскрешении Иисуса Христа. Служба в пасхальное воскресенье – это только начало празднований. Пост для верующих окончен и начинается пасхальная неделя – Светлая Седмица. Но еще 40 дней после Пасхи православные могут приветствовать друг друга словами «Христос воскресе». В Кызылском районе снят режим ЧС. Республиканский добровольческий штаб полностью выполнил свою функцию по оказанию помощи. 127 семей получили помощь в виде продуктов, канцтоваров, одежды, угля и дров. Оставшаяся гуманитарная помощь передана администрации поселка Кахем. По новым заявкам продолжится передача помощи оставшимся жителям. Несмотря на то, что режим чрезвычайной ситуации в Кызылском районе снят, служба спасения, оперативный штаб и спасатели аварийно-восстановительной службы продолжают работать в повышенной готовности. От населения продолжают поступать заявления. Работа по сушке домов и дезинфекции продолжается. В Туве вручили награды победителям конкурса журналистского мастерства. В этом году агальматолитовое перо прошло в 16-й раз. Расширилась и география конкурса. Свои работы отправляли представители СМИ из других регионов. В честь столетия Союза журналистов России конкурс проводился в одной номинации – «Журналистика. Наша судьба». Абсолютным победителем агальматолитового пера 2018 года стал член Союза журналистов России Хенчекара Мангуш за вышедший в свет в газете «Центр Азии» мемуарный очерк «Рожденный осенью». Второе место между собой поделили Тамара Кабимульдинова за очерк «Журналистика. Моя жизнь, печаль и радость» и Людмила Костюкова за мемуарный очерк «Дорога к людям». Командировочная сумка с логотипом Союза журналистов России. Это прибыло непосредственно из Москвы. Со специальной все для работы. Блокнот, ручка. Специальный непромокаемый плащ. В любую погоду трое суток шагать, трое суток не спать. Ну и еще небольшая. Вот для следующих грамот подставка Союза журналистов России. Ничкара Сагдеевич, мы вас любим, ценим и равняемся на вас. Спецдиплом за книгу «Говорит и показывает Кызыл. История тувинского радио и телевидения» была награждена Валерия Кан. И Владимир Снегирев за книгу о профессии и профессионалах «Как карта ляжет. От полюса холода до горячих точек». Я как человек, который выбрал такую непростую тему, да, а именно историю журналистики, конечно же, буду дальше эту тему продолжать. Эта книга первая и, ну, по радиотелевидению, вот именно в плане в таком ключе, да, но она еще имеет, так скажем, должна иметь много продолжений, да, в виде различных частей. Поэтому мы эту, конечно, работу будем продолжать вместе с ветеранами, которые очень большую помощь оказали. Очерки победителей включены в 6-й том книги «Люди Центра Азии», которые Союз журналистов Тувы совместно с газетой «Центр Азии» готовит к выходу в свет. В минувшие дни в Доме народного творчества отряд особого назначения отметил свой 25-летний юбилей со дня образования. В честь памятной даты действующим сотрудникам и ветеранам ведомства были вручены государственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Воспитанники и учащиеся подшефных образовательных учреждений порадовали юбиляров праздничным концертом. Отметим, что за время своего функционирования отряд прошел нелегкий путь. Наряду с несением основной службы на территории республики личный состав 36 раз выезжал в служебную командировку в Северо-Кавказский регион. При выполнении служебно-боевых задач в Чеченской республике погибло 5 сотрудников, ранено 18. За мужество и героизм, проявленных при выполнении служебно-боевых задач, указом президента России 78 бойцов были награждены государственными наградами.
Главным управлением регионального МЧС проводились республиканские соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. За победу в номинации «Лучшая команда» боролись 19 команд пожарно-спасательных частей со всей Тувы. В состав одной команды входили 4 человека. Это 3 пожарных или спасателя, имеющих соответствующую подготовку, и 1 водитель. Перед участниками соревнований стояла задача извлечь пострадавших из автомобиля, поврежденного в ходе условного ДТП. Все действия по спасению необходимо было проделать как можно быстрее и при этом совершить минимум ошибок. За каждое неправильное действие пожарно-спасательным подразделениям начислялись штрафные баллы. Так, по итогам соревнований первое место завоевала команда пожарно-спасательной части номер 4 города Ак-Довурак. Второе место присудили пожарно-спасательной части номер 6 Зунхимчского района. И третье место у пожарно-спасательной части номер 1 города Кызыла. Хочешь мощные банки или стройную фигуру? Переходи на спортивное питание. Все для фитоняшек и спортсменов. Тува Спортпит. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина, фитнес-джим, второй этаж. Торговый дом «Азаз», павильон номер 20. Шестого апреля в дежурную часть пункта полиции города Туран поступило сообщение о том, что в районе перевала Беглида произошло дорожно-транспортное происшествие – опрокидывание автомобиля. По прибытию следственно-оперативной группы на место ДТП установлено, что 27-летний житель села Буренхем, управляя автомобилем марки ВАЗ, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. В результате чего на месте происшествия скончались водитель и 2 пассажира – 30-летний житель села Сукбажи и 27-летний житель села Эрбек. Еще один пассажир, 27-летний житель Кызыла, госпитализирован в хирургическое отделение Пихемской районной больницы с диагнозом тупая травма живота, алкогольное опьянение. Предварительно установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за превышения установленного скоростного режима. Никто из мужчин в момент ДТП не был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, установлено, что 6 апреля мужчины отмечали получение свидетельства об окончании курсов вождения большегрузных автомобилей и сели в транспортное средство в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП следователем возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Расследование уголовного дела продолжается. В Туве завершились конкурсы профессионального мастерства, направленные на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, повышение профессиональной компетенции педагогических работников всех направлений, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса. Конкурсы проводились в несколько этапов. Это школьный, муниципальный и республиканский. В республиканском этапе приняли участие 184 педагога из числа победителей муниципального этапа конкурсов со всех городов и районов республики, кроме Терехольского. 7 апреля стали известны имена 10 победителей – лучших директоров, лучшего заместителя, учителя, педагога-мужчины, психолога, педагога-воспитателя, педагога дополнительного образования, лучшего молодого специалиста и лучшего учителя родного языка. Так, по итогам конкурса «Учитель года Республики Тыва 2018» победителем стал Илья Павлов, учитель информатики школы номер 1 села Сарыксеп Кахемского района. Образовательная акция «Тотальный диктант-2018» будет проведен 14 апреля. Как и в прошлые годы, площадкой для проведения «Тотального диктанта» станет Тувинский государственный университет. «Тотальный диктант» – это известная акция, направленная на популяризацию образованности и грамотности, повышение интереса к русскому языку. Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики и журналисты. Автором текста для диктанта в этом году станет писательница Гузель Яхина. Принять участие в диктанте можно будет 2 способами – онлайн, зарегистрировавшись на сайте акции, или же лично, придя на одну из площадок проведения диктанта. В
Туве продолжается тенденция снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. По итогам первого квартала в 8 районах республики не отмечено смертности от этого заболевания. Всего за этот период умерло от туберкулеза 28 больных, что на 14 случаев меньше аналогичного периода прошлого года. 18 случаев смертности относятся к лекарственно-устойчивым формам туберкулеза, которые развиваются в основном у больных, не соблюдающих назначенный режим лечения. С 14 до 4 случаев уменьшился туберкулез органов дыхания в нелегочной локализации. Рост заболеваемости в начале года отмечен в Терехольском районе на 1, Эрзинском на 2 и Тоджинском на 3 случая. Около 200 человек приняли участие в массовом забеге от подъездной дороги города Шагонар до стадиона имени Мингунола, посвященном Всемирному дню здоровья и началу строительства дороги Шагонара. Возглавили забег председатель администрации района вместе с заместителями и уполномоченным представителем правительства Тувы в Улухемском районе. У здания администрации к забегу присоединились ветераны и вместе дружной колонной побежали к финишу в стадионе. Состоялось торжественное открытие массовых мероприятий ко Дню Всемирного здоровья, где собралось около 300 человек, 17 команд организаций и сельских поселений района. Также в рамках мероприятий прошла эстафета «Веселые старты» среди организаций и сельских поселений. Соревнования по мини-футболу и баскетболу, команды трудовых коллективов и жители района приняли участие в спортивных мероприятиях. Спонсор выпуска погоды – отличные наличные. Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Продлевать срок займа можно бесконечно. «Отличные наличные» – удобные условия по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег. Днем местами небольшой дождь, в горах мокрый снег. В Кызыле переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем плюс 12, плюс 14. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.